паучков. И что с ними надо делать? Да ничего, их просто надо включить и громко-громко шуметь, и они будут бегать. Сейчас покажу. Ух ты, какой он клевый! Давай всех запустим. Ну давай, только давай договоримся, что будем шуметь громко-громко. Окей, договорились. Работает ли мой таракан или нет? Интересно, девчонки испугаются, если увидят его? Пойду проверю. Пойдем, дорогаша. Испугаться не настоящего таракана. Ну, он так похож на настоящего. Интересно, а откуда он взялся? Сейчас я тебе кое-что классное покажу. Аминка, что это? Сейчас мы с тобой сделаем настоящий снег. А что с ним делать? Ничего, сейчас зацепим воду и получится снег. Теперь надо хорошенько размешать. Вау, как мягко. Такой горячий снег. Реально получился снег. Я же тебе говорила, теперь его надо покрасить. Вау, как круто, красиво так. Вау, он красный стал. Да. Такой красивый. У нас теперь красный снег. Ну, давай. Вымешивайся. Теперь твоя очередь напугать девчонок. Интересно, что они там делают? Сейчас отправлю мою пчелку и узнаю. Кричите. Что это? А, спасите, помогите, это огромная пчела! Какая огромная пчела! Бежим отсюда, вон ее!
Так это же опять не настоящая пчела. Вот круто я девчонок разыграл. Они так пищали. Сейчас я им подкину мышь, и они еще громче запищат. Вот будет весело. Девчонки идут. О, привет, девчонки. Вам чего? Признавайся, это твоих рук дело? Нет, девчонки, это не мое. Я не знаю, что такое. Странно, тогда откуда они взялись у нас дома? Да чего вы пристали ко мне? Я откуда знаю? Странно, а что ты тогда прячешь за спиной? Да, кстати, что там у тебя? А, за спиной? У меня ничего нет. А ну быстро, достань и покажи, что у тебя за спиной. Да ладно, ладно, сейчас покажу. Вот что у меня за спиной. Так значит, это ты нас пугал своими насекомыми? Маленький врунишка. Да ладно, девчонки, не обижайтесь. Я просто хотел прикольнуться. Давайте лучше вместе поиграем. Ну и как играть в твою игру? Все очень просто. Эта мышка очень шустрая, и она будет бегать по всей комнате. А зачем тебе вот эти штуки? Это веник, которым нужно успеть ударить мышку 6 раз, пока она бегает. Вот так. Аминка самая младшая, поэтому она будет первая ловить мышку. Ну что, Амина, ты готова? Да! На старт! Внимание! Марш! Давай, давай! Да, один! Первый раз! Второй раз! Третий! Так что ты не успела. Следующий я. Это вообще нелегко, между прочим. Я буду бить зеленым веником, потому что это мой любимый цвет. Ну что, Камиль, ты готов? Конечно, готов. Тогда на старт. Внимание, марш! Давай, давай, бей! О! Давай, давай! Давай, давай! Давай, давай! Бей по ней, бей! Я готова. Тогда начинаем. Ева, надеюсь, ты не выиграешь. Поехали! Давай! Так, смотрю. Ты попала? Так. Что ты бегала? Два. Три. Давай, давай. Второй раз. Вот. О, бегала. Выиграла. Ребята, покажите, как вы любите наше видео. Поставьте лайк. Подписывайтесь на наш канал и Инстаграм. Ссылочки в описании. Всем пока!